Абдулфатах Амирханов официально представлен в должности руководителя управления казначейства по Дагестану. Представление прошло в рамках состоявшейся встречи главы Дагестана Сергея Меликова и заместителя руководителя федерального казначейства Эли Исаева. Детали в нашем сюжете. Около 2 лет сотрудники республиканского казначейства ждали назначения руководителя. И вот сегодня им представили нового начальника. Абдулфатах Амирханов. Его послужной список говорит за него. Еще совсем недавно премьер-министр региона. Теперь займется распределением денежных потоков. Коллективу назначенца представил зам руководителя федерального казначейства Эли Исаев. Будем оказывать всяческое содействие, чтобы все поставленные перед собой задачи в части усиления, укрепления, развития управление по республике Абдулфатаха Каджеевича сегодня будет поддерживать. Больше, чем коллеги, друзья, которые делают одно важное и ответственное дело. Атмосфера в коллективе должна быть именно такой, уверен Амирханов. Впереди большой фронт работы по организации и контролю исполнения бюджета региона. Обеспечить жителям нашей республики достойную жизнь. Я думаю, вместе с Русланом, вместе с Сергеем Александровичем, правительством, мы вместе этого тоже будем планомерно достигать. Положительно характеризует работу Амирханова и глава Дагестана. В ходе встречи подчеркнул, что он обладает и знанием ситуации в республике, и опытом работы в федеральных органах исполнительной власти. Сергей Меликов наградил Абдулфатаха Амирханова орденом за заслуги перед Республикой Дагестан. Мы в этом плане будем также плотно и тесно работать, для того, чтобы все наши, не побоюсь сказать, амбициозные задачи, определенные с ним, как с председателем правительства, в прошлом году были поставлены, и вместе нам их предстоит решать. В этот санкционный и достаточно сложный период для всей страны власти региона должны достичь новых задач, довести до завершения уже начатые проекты, контролировать уровень и качество жизни региона. Состав правительства позволит республике достойно выйти из этой ситуации. Оперативный штаб, который создан с этой ситуации, тоже люди серьезные, я думаю, конкретные меры по развитию экономики, стабилизации этим штабом будут приняты. Уже в новом статусе Абдулфатах Амирханов продолжит участвовать в реализации задач, которые поставлены перед республикой. Хадижат Мазгарова, Махарбек Амариев. Время новостей.